Коронавирус по праву считают главным мемом 2020 года. Пользователи в сетях шутят, что, к счастью, картинки и видео распространяются быстрее, чем сам вирус. Больше всего люди смеются над продуктовыми запасами, при этом все равно продолжают их делать. И хотя пока в Салавате особого покупательского бума нет, магазины уже готовятся ответить на повышающийся спрос. В случае угрозы распространения коронавируса сетевые магазины усилят поставку товаров первой необходимости. Здесь чего-то остерегаться, бояться не нужно. Поставки в наши магазины с распределительных центров идут через день, а местных поставщиков мы принимаем на ежедневной основе. Мы со своей стороны делаем все возможное, прогружаем повышенные поставки на магазины на товары первого необходимого спроса. Что мы еще со своей стороны предпринимаем? Мы выводим максимальное количество персонала, пересмотрим график работы сотрудников магазинов для более качественной и быстрой выкладки товара, поступающего нам с распределительных центров наших магазинов. В один из самых крупных сетевых супермаркетов поставки производятся через день. В Салават продукция поступает с распределительного центра в Уфе, а в него из регионов России. Пока в магазинах отмечен спрос на бакалею и дезинфицирующие средства. Впрочем, и то, и другое на полках имеется. Горожане по-разному относятся к запасам и в большинстве случаев совершают покупки со здравым смыслом. Мне уже седьмой десяток. Я эти времена уже переживал. Было в советское время, когда продуктов не хватало, бешеные очереди там. По знакомству люди набирали, была такая проблема со сливочным маслом. Люди запасались ящиками, потом выкидывали. И этот ажиотаж, это просто, я считаю так, что да, торговой сети выгодно, а людям нет. Лишних денег нет. День, а зачем? Что, вечно жить, что ли? Что будет, то и будет. Зачем закупаться? Зачем ажиотаж делать? Правительство же успокаивает, что у нас есть запасы, что... Вообще не надо суетиться и создавать панику. На всю жизнь не запасешься. Зачем? Вот и все. Нет. Даже знакомые не запасаются. Ну, купила сыну, допустим, молоко. Все необходимо, чтобы у сына было. Сама-то проживу. Да нет, все так дома есть. Да через неделю успокоится, мне кажется. Всего хватит, все будет нормально. Мы не заболеем. Если даже заболеем, мы быстро вылечимся. И никаких кризисов не будет. Тем более с голоду не помрем. Алена Чернова, Вячеслав Скосырский, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».